Аффирмация, мечта. Всем доброго времени суток, и сегодня аффирмация, которая называется «Мечта». Лягте поудобнее и расслабьтесь, сделайте вдох-выдох, вдох-выдох, и ответьте на один вопрос, который я вам сейчас задам. Есть ли у вас мечта или желание, которое постоянно возвращается в ваше сознание? Постоянная мечта существует, напоминая о себе вновь и вновь, потому что вы можете получить этот опыт. Она манит вас, сигнализирует, потому что она ключ к тому, как хочет выразить себя ваша душа через вашу целостность. Знайте, что другие мечты или желания не будут напоминать о себе, так как они не пытаются увлечь вас к чему-то ценному именно для вас. Не пора ли прислушаться к этому громкому зову и дать своей мечте возможность обрести форму, которая является уникальной для вас и несет вам радость связанного с ней сотворения? Только представьте, допустите, что ваши мечты хотят к вам так же сильно, как и вы к ним, потому что они могут выразиться только через вас. Позвольте вашей мечте двигаться к вам с той же и даже с большей скоростью, что и вы к ней. Аффирмация, мечта. Я иду к тебе, моя мечта. И я знаю, что и ты стремишься ко мне. Мы созданы друг для друга, и мы сближаемся день ото дня. Каждый мой день я стремлюсь наделить хотя бы маленьким шагом к тебе. И я знаю, что и ты влияешь на пространство вокруг меня. Я спокоен, и мои действия — это мой голос во Вселенную. К тебе мое «да», моя мечта. Я счастлив от ощущения проживания движения к тебе и предвкушаю безграничную радость от нашей встречи. Прости меня за мое порой маловерие, сомнение и бездействие. Я учусь и меняюсь. Мы стремимся к друг другу. Этим мы едины уже сейчас. С вами была Лара Шум. Добро пожаловать на мой канал.